А вот и самая большущая собака в мире. Вот такая будка для нее. Привет! Как тебе живется в этой будке? А это вот тоже из самана сделана превосходная будка. Даже с окошками. Специально для собаки. Собака-овчарка. Здесь она легко вмещается. Вот даже есть ее... Да, с соломенной крышей будка. Та, это то, что надо. Для собаки самое оно. Круглая форма. А ну давайте я сюда еще загляну. Ох, какая красота. Еще и сверху здесь бревнышки. Вот такая будка. За сколько ее сделали, Оля? За сколько времени? А? За неделю. За неделю вы такую будку сделали, да? Да, вот еще есть специальная, да? Да, дверца. Дверца на зиму. Специальная дверца, которая прикрывает от холода, от ветров. И вот такие собаки. Вот такие собаки тут будут жить, здоровенные. Ой, боже, как они уже подросли, слушайте, какие они. О, а этот вообще уже большой. Я вам сейчас попали покажу. Вот такая будочка. Расскажешь, Дима, о будке с саманной? Да, вот мы для собаки решили сделать будку. Цель была такая, чтобы летом в сильную жару собаке не было жарко, а зимой, чтобы было тепло. Вот полог, который закрывает вход в мороз, так чтобы собака могла входить, выходить. Толстый слой камыша, который без какого-либо шифера, который защищает от дождя и защищает от прогрева солнца. В основу на низ мы положили бутылки. И залили их Стеклянные, стеклянные бутылки. Стеклянные, да? Простые бутылки, причем разные бутылки из-под шампана. Те, которые находили, скажем так, ага. Которые была возможность. Бутылки замечательный строительный материал. Если надо, чтобы они выдерживали большую нагрузку, в горлышко можно запихнуть глину, чтобы создать внутри как бы вакуум, чтобы воздух ни туда, ни сюда не выходил. Укладывается и заливается жидкой глиной с маленьким, практически в чистом виде жидкой глиной. Ага. Вот, это без наружной штукатурки, вот 5 лет она у нас уже стоит, выполняет свою функцию отлично, вот ее 5 лет обмывает дождем, собака здесь в жару прячется, ей очень комфортно, и зимой она здесь прячется, вот полог все время висит внизу, у нас здесь даже, когда мы с детьми играли в прятки, сюда дети. Да, мы уже снимали такое, да. Я потом их ругал, потому что там все-таки собачья будка, блохи могут быть, они там прятались втроем. Да-да-да, это было дело. Поэтому и собаке там комфортно. Мы сена ей стелим достаточно много, чтобы она там могла зарыть. И даже окошки, чтобы она выглядывала. Да, и даже окошки. Ну, отлично. А это... Так, а кто там еще вылазит из будки? Один щенок, второй щеночек и третий щеночек. Ну, беги в свою будку. Давай, беги. Классно.